Дело в том, что 20 лет назад был такой город Горький, наверное, слышали. Мы тогда были с выставкой, в вашем городе. Я говорю, мы вернемся к вам, когда этот город будет Нижний Новгород называться. Мне люди сказали, он никогда не будет называться Нижний Новгород. Мы в это не верим. Я говорю, более того, и Петербург будет, тогда я сказал, это было, по-моему, 90-й год, 89-й, ну что-то такое. Да, это была выставка, и мы, к сожалению, в Нижний не приехали, зато из Нижнего к нам приехали. То есть у нас как бы ответ такой получился. Приезжайте в Нижний, будет. А? Приедем обязательно, я просто, мне очень приятно, что вот ребята все-таки не с Горького, а из Нижнего, там доехали, замечательно. Вот. И моя дочка Ирина Шакина, Мартьянова, вернее, вот она знает, что она попросила. Я очень часто. Нам сами очень приятно. Очень часто. Извините, что у нас все перекупано, вы сразу спокойно. Тихо. Так что приветствую группу Чертополох, квартирный концерт. Thank you.
шонливых упоения и туристический матрас, и коммергентское смирение, ах, лучше бросить здесь же час. А я космический повеса, забудавшийся среди лен, спешу на праздничную мессу своих случайных похорон. И видя в этом мир в избытке, I'm not afraid to die.
мы кто здесь? Мы кто-то в этих гостях. Ехать.
помнишь, что на старом на диване перед днем они снимут подошли буквы в моей голове. Кто-то целится, целится в буре. Концерт «Вставки у Митьков». Мне очень интересно было. Я с удовольствием послушал. Спасибо. Это был Олег Франтинский. Как вам это сегодня? Это Максим Степанов. Я нахожусь в музее творческого объединения «Митьки». Сегодня здесь женская выставка. У меня открытие был концерт «Полок Бенд» группы из Нижнего Новгорода. И выставка. Василек, мой любимый цветок, скоро ты мне скажи, поселение не ворши.
Большое спасибо. Это была Александра. А фамилия у тебя как? Константиновна Тридубская. Это была сама Александра Константиновна Тридубская. Большое спасибо. Молодец. Хоть и плохо, но нормально. Нормально, очень хорошо. Мурку можешь? Играю мурку. Я не умею. Ну, надо. Мурку сейчас играю. Мурку надо. Мурку. Дима! Ну тоже, бля, минут. Так и я могу. Так и это вся. Мурку. Ой, не знаю.